Юху! Добро пожаловать на канал, с вами Владислав Фокин, и я веду свой блог о жизни, и это всеми любимая закупка продуктов. Закупился я немного, но, так скажем, четко. Первым делом тут у нас маслица. Я уже бутылочку одну открыл. Потом идет туалетная бумага. Потом идут такие вот кукурузные палочки вкусные. Достаточно. Майонез. Йогурт такой. И крем-фиш для кое-чего классного, интересного. Еще одна бутылка масла. Пакета мы сложим. Плюс 5 килограмм картошки у меня лежат там в коридоре. Килограммчик лука. Плюс тут лежат он крабовое мясо. Ну, это крабовые палочки. Банка кукурузки. И еще десяток яиц. И все. А, нет, не все. Я положил кое-что в морозилку. Еще такая бадья мороженого. Буду кушать, объедаться и радоваться жизни. Да, закупочка продуктов небольшая, но я еще один ролик хочу сделать. Напишите в комментариях, какой, как думаете, о чем будет ролик. Это вам маленькая пасхалочка. Думаю, вы быстро догадаетесь, о чем будет ролик. Ролик будет о готовке. Вот. А что будем готовить, напишите в комментариях. Я думаю, вы с легкостью догадаетесь, потому что я тут показал все эти ингредиенты, из чего будет состоять блюдо. Кстати, у меня был день рождения 24 января. Мне исполнилось 30 лет, юбилейчик целый. Мне пошел уже четвертый десяток. Ролик у нас получается небольшой. Возможно, для кого-то будет короткий, но зато очень интересный. Сейчас я буду все продукты распихивать в холодильник по своим местам. Спасибо вам огромное за просмотр, вы самые лучшие. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите какой-либо комментарий. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Жмякайте колокольчик, мне до 100 000 подписчиков осталось совершенно немножко.
Я с вами прощаюсь, желаю вам счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь и всем пока-пока. Еще хочу сказать, улыбайтесь, знаете почему? Потому что у вас самая прекрасная, замечательная, милая, восхитительная улыбка на свете, и ваша улыбка спасет этот мир.